Добрый день, мы представляем проект под названием ICO Fabric. Это фабрика ICO смарт-контрактов на базе платформы Ethereum. Смарт-контракты развиваются и решают бизнес-задачи, такие как сбор средств для проведения ICO и многие другие, но у них осталось много нерешенных проблем. Проблема надежности смарт-контрактов распадается на две подпроблемы. Первая – это верификация подлинности, вторая – это отсутствие уязвимостей. Существующие методы и сервисы, такие как EtherScan, программа Линтера и обращение к компаниям, предоставляющим аудит смарт-контрактов, не решают проблему надежности полностью и они требуют временных и финансовых издержек от пользователей смарт-контрактов. В качестве решения предлагает создание удостоверяющего центра, который будет предоставлять следующие функции. Первое – это создание безопасного смарт-контракта, корректность которого будет доказана математически. Второе – это копирование безопасного смарт-контракта с минимальными издержками. И третье – это возможность верификации происхождения смарт-контракта копий. В рамках ICO означает, что пользователь, который собирается провести ICO, получает возможность отдать копию корректно работающего смарт-контракта. Инвестор, который собирает использовать данный смарт-контракт как посредник для перечисления денег к проекту и получения токенов от проекта, может получать возможность верификации происхождения данного смарт-контракта. Текущий статус: спроектирован прототип фабрики, написан прототип блокчейн части и клиентской части. В системе, которая существует, N смарт-контрактов, которые нужно верифицировать, и в которой присутствуют N пользователей, нуждающихся в верификации смарт-контрактов. Издержки по верификации на настоящий момент составляют $4000 умножить на N плюс $5000 умножить на M. В то время как предлагаемое решение позволяет бесплатно проводить верификацию смарт-контрактов. Более подробно о модели монетизации можно ознакомиться в презентации проекта. Спасибо за внимание.